Всем привет, друзья. Не знаю, дней 8 не было у меня в селе. По работе не получалось. 8 сейчас добрался. И дошел до кроликов. Уборка была под клетками, наверное, дня 2 назад. Ну вот видите, сколько насыпают сена. Ну а здесь, где основной отход, практически нет сена. Здесь одни удобрения, если так можно сказать. Напоминаю, это я не выбрасываю, вот просто такое вот сено. Это идет, собирается, идет потом на корм и на подстилку свиньям, там уже как они сами захотят. Ну, максимально стараемся безотходным производством заниматься. Ну что, пойдем подряд по кроликам. Здесь, ребята, у меня 3 самца. Их было, по-моему, 4 тут у меня, насколько я помню. Или не здесь было, но... В общем, сосед у меня попросил одного короля на развод, ему родители отвезти. В общем, по-моему, пришел, выбрал, какой понравился, ну и забрал. Так что пускай занимаются. Корм, пшеничка. У тех, кто на докорме, уже у меня пшеничка. Здесь Сеня. Бросал сегодня к нему красиху, но ничего не получилось. Ну, она такая истощенная немножко, я ее сейчас покажу. Сейчас буду отличать от нее крыльчат. Пускай за недельку отойдет, а тогда можно будет через недельку пробовать покрыть. Так, вот, ребят, тоже кучка кроликов. Планировал сегодня убрать штучки 3-4, пройтись по клеткам, через весы пронять. Но занимаемся купкой картошки, поэтому... Вообще не до кроликов, так что недельку еще поживут. Дальше будем по чуть-чуть избавляться. Заодно и по кормам стали легче. Вот так. Возможно, здесь, если есть какая-то самка, возможно, буду оставлять какую-то ремонтную. Но это еще не точно. Тоже надо кормить пшеничку. Вот, ребят, такая малышня. Эту крольчиху я сейчас покажу. Ну, они уже такие. Килограммчик есть. Будем их отлучать. А вот мамаша. Сколько их? Ну, перенесу, посчитаю, по-моему, тут 3, там 4. Здесь 3, здесь 4. Да, 7 штук. Отлично. Хорошо выкормила. Смотрю, еще они смокчут, но она такая худенькая. Ее бы уже можно перекрыть, поэтому надо отлучить, пускай отдыхает недельку. Это надо бы убирать будет. Так что такие дела. Отлучать буду, ребята, тут у меня дальняя клетка, где была серая крольчиха, которая... Не серая, а рыжая, которая пропала при окроле. И туда мы сейчас будем переносить всю эту малышню. Нажму, наверное, паузу. Вот так вот буду брать и нести. Сейчас нажму паузу, перенесу. Ну и дальше продолжим. Эту семерку перенес. Да, 7 штучек, ребят, здесь. Думал сразу при отлучке купить вакцину от геморрагической болезни кроликов. Но не успел заехать в аптеку. В общем, на следующей неделе всех отлученных тогда проколю. Я надеюсь, что все будет хорошо. Хотя сейчас... Погода непонятная, то холодно, то жарко, то летают комары, то нет. Но будем надеяться, что все хорошо. Так, а ты уже отдыхай. Так, идем дальше. Здесь тоже на манеже те же. Мы откормим. Может, запушечку выключить. Такая вот малышня. Доедают поилку. Сейчас доснимаю и пройду всем, дам воды и раздам сено. Да, кролики. Но этих еще рано перебирать. Ну, может, тоже кого-то выберем. Есть, я вижу, и крупненькие. Ну, посмотрим, ребят. Тоже пшеничка есть. Доснимаю, буду обход делать.
здесь такое тоже большое количество. Тоже кормушку доедают, точнее поилку. Да не пили, руки не доходят. Дойдут когда ли, не знаю. То есть они у меня даже есть, осталось купить емкость. Типа бочонка и шланги, и пустить. И намного упростил бы задачу. Также я хочу пропоить кроликов, проглистовать. И для профилактики коксидиоза тоже пропоить. Ну вот так. Так, идем дальше. Это крольчиха 2 недели как покрыта. Был у нее небольшой падеж. Так, ну как сказать, даже не помню, сколько у нее было. В общем, осталась вот такая двоечка. Эта двоечка тоже идет в эту клетку. Прошу прощения. Все дергаем. Кролика посадим, сиди. Не боись. Все приблизительно одного размера. Это 8 получается там. И 9. Ну все. А ты, мамаша, отдыхай. Восстанавливайся. 9 здесь. Надо исходить. До сюда. Так, закрыли. Здесь. Здесь тоже троечка на откорме. Пускай сидят. Пшеничка есть, сено есть, так что все хорошо. Досыплю сено тем, у кого мало. Так что растите. Как не угадаю с пышкой. И телефон у меня такой. Так, и ребят, вот этой крольчихе. Кролица, если она сукрольна, кролица там 9-го, сегодня 5-е, через 4 дня, в общем, подготовил обжог маточник, сейчас отлучаю, руки выскают, отлучаю и этих кроликов туда же, в клетку, ну а крольчики устанавливаю маточник. Сколько здесь крольчат? 1, 2, 3, 4, 5, ну тоже хорошие и крупненькие. Не грызани хоть. Вот я, наверное, руки у меня в отрубях пахнут. Кормил жирность отрубями, перемешивал. Давайте перебросим вас. 10, 11, 12, 13, 14. 14. Все, ребят, здесь 14 кроликов. Вот такая вот куча. Сейчас они обнюхаются и все будет нормально. С кроликами никогда не было проблем. Когда совместно вот так вот их бросать. Вот так, гляньте, какая куча. Тесновато будет, там уберем. Я думаю, подкорректирую. Да. Сейчас такие какие-то непонятные движения, но освоится. Не знаю, как-то живот у него не сильно большой. Ну, посмотрим. Так что такие дела, ребят. Все, все, малыш не отлучил. Будем устанавливать маточник. А так, всем спасибо за внимание. Всем удачки. И всем пока.